Дом милосердия «Богадельня» получил награды от благотворительного фонда «Доктор Лиза» Российского Красного Креста. Он стал лауреатом Всероссийской премии «Всегда человек» в номинации «Помощь бездомным». Руководителю «Богадельни» вручили медаль «Даша Севастопольская». Отмечу, Тюменский дом милосердия существует 13 лет. Там организована благотворительная столовая. Также бездомным и малоимущим оказывают медицинскую помощь. Пациентов, которые к нам поступают, определяем в дома инвалидов, получаем на них полиса, паспорта, проходим медицинскую комиссию. Сколько добра и любви человеку отдаешь, столько потом бывает, настолько ты к нему привязываешься, настолько тяжело бывает расставаться. Вот, в принципе, я говорила о своей работе, о наших буднях, о том, как тяжело, когда человек уходит из жизни, даже если это бездомный. Руководители «Богадельни» отмечают, что тюменцы регулярно оказывают помощь. Дефицита продуктов здесь не бывает. К примеру, активисты Общероссийского народного фронта установили в торговых центрах корзины добра. В них тюменцы оставляют продукты для нуждающихся. Акция действует практически год. За это время уже несколько выездов. Действительно отзывчивые, тележки не пустые. Ну и в принципе любой проходящий мимо их наверняка видел, просто не обращал внимания.